первым торговый дом братьев Махонцев. В средствах информации по результатам журналистских расследований объект называют и торговый дом братьев Махонцовых, и дом Шмидта. Вот хотелось бы разобраться, какое же название правильное, все-таки должна быть установлена историческая справедливость. Вот мне хотелось бы взять поручение администрации разобраться в этих вопросах, подготовить соответствующие письма государственным органам, ну и как бы на следующем заседании собрания сказать о том, как это будет. Администрация не против? Не против, а кому-то не против.